Всем привет! А давайте я сегодня вас замотивирую этим роликом на уборку, расхламление и, возможно, даже просто подниму вам настроение теми делами, которые мне приходится делать ежедневно. Несмотря на то, что у меня работает помощница, все равно мы убираемся с ней вместе. Частенько приходится даже с вещами помогать, потому что их очень много. Конечно, пылесосим мы по несколько раз в день, потому что, опять же, когда выходные, например, у нас детки бегают во двор, приносят на ножках своих песочек, потому что часто бегают босичком, собачка забегает в дом. Ну а стирка – это вообще отдельная тема. Вы представляете, сколько стирки на такую большую семью? Кстати, совсем недавно у нас вышла из строя сушильная машина. Это целая беда была для нас, потому что мы не ожидали, что вешать белье на веревке будет так муторно, долго. Повесить, снять, принести, погладить, разложить по местам. Ну, в общем, это был целый швах. Слава богу, что ее уже починили. Ушло, конечно, еще плюс 20 тысяч, но оно того стоит. Машинки сушильные очень дорогие. Так вот, с вещами у нас был завал в один прекрасный день. И это был выходной. Представляете, какую гору белья мы перестирываем ежедневно, а потом еще и раскладываем. Кстати, это самое мое, наверное, нелюбимое дело. Но что поделать, приходится заниматься этими делами тоже. Вы скажете, почему мои дети мне не помогают? Ну, отнюдь. Они, конечно же, мне помогают. Только, во-первых, вещи они сложат неаккуратно, неровно, потому что еще маленькие, хоть и очень старались. Во-вторых, в выходной день я все-таки хочу, чтобы старшие детки подольше поспали. Ну, а младшие им просто трудно с этим справиться, например, с той же Глашкой. Зато они мне очень помогают с маленькой, самой маленькой Варечкой, которая уже скоро исполнится месяц. Ну, понянчиться, дать соску, отнести памперс в мусорку и принести мне чистый – это справляется даже Вероника. Честно признаюсь, когда я прибегаю со скотного двора, то мне ничего не хочется делать. А уж заставлять детей что-то делать, тем более. Поэтому делаю все сама, ну, просто не торопясь. Этот видеоролик ускорен раз в 10. Поэтому вам может показаться, что я делаю все очень-очень быстро. Наконец-то я добралась до этого шкафчика. В нем на нижних полках лежат книжки моих детей. Всякие разные, и для постарше, и для помладше. До аптечки тоже давно хотел добраться. Перекладываю все лекарства в большую коробочку. Ну и смотрю, что там по срокам хранения. Может быть, уже что-то пора выбросить. Также разбираюсь в резиннице. Так мы называем эту коробочку, потому что там всякие резиночки для волос хранятся. Если помнят мои зрители, то у меня аж 7 девочек. Ну, конечно, сейчас старшей с нами нет, а у Вари волосы еще не отросли, но зато всем остальным приходится вязать резиночки и плести косички каждый день. Совсем недавно Саша попросил ее подстричь покороче. Ну что ж, исполним ее мечту. А вот и помощники. Говорили, что не помогают? Конечно, помогают. Еще как. С малых ногтей и Яков, и даже маленькая Вероничка помогают мне убираться. Посмотрите, сколько хлама мы вытащили всего лишь из двух шкафов. А еще впереди разборка. Моя самая любимая – носочки. Самое интересное, что у нас никогда не убавляются одинарные носки. Ну а вот помощница Настенька. К ней, конечно, присоединилась Вероника, потому что ей тоже очень интересно пососать сосочку. Я допылесошиваю комнату. И сейчас мы будем делать немножко другую работу. А какую, вы совсем скоро узнаете. Не забывайте ставить мне лайк.
Доброе утро! У нас сегодня выходной, суббота, а значит, я могу немножечко поработать и, конечно, расслабиться, сделать что-нибудь приятное своим маленьким деткам. На кухне, как всегда, у меня тут производство сыра, уже запущена сыроварня, и осталось внести закваски, фермент и приготовить наш чудесный сыр, кстати, который уже совсем скоро может приехать к вам лично домой, если вы живете в Москве. Ну, а если вы живете где-то далеко, ну, в России, мы отправим посылкой тушенку, топленое масло и вакуумированный сыр, который прекрасно доедет до вашего дома и попадет на ваш стол. В телеграм-канале Олюшка вы найдете прайс и, конечно же, все актуальные даты доставки, цены. Пишите туда и не забывайте заходить в описание к ролику. Сегодня я своим деткам буду готовить творожную запеканку из творога нашего, а также хочу испечь блинчики. Как я это делаю, в этом ролике будет подробно показано. Давайте начнем. Сейчас сначала после завтрака уберусь, потому что детки уже покушали кашку. Вот, уберемся, освободим, так сказать, пространство, потому что и сыр, когда буду варить, тоже будет нужно много места для тазиков с решеткой. Но чем хорошо варить сыр? Все, так сказать, манипуляции, они отложены, да, скажем так. Делаешь сначала закваску, насыпаешь. Час у тебя свободный, делаешь, что хочешь. Да, вот. Потом фермент добавил, опять час. Довольно. Да, мы сейчас будем вот так вот. Раз, яйца бить. Яйца бить будем. Я сейчас забью 4 десятка яиц. Так много яиц мне потребуется, потому что я буду делать много запеканки и много блинов. А как еще здесь многодетной семье-то экономить на яйцах? Тем более, когда курочки несут каждый день по 100 яичек. Это, кстати, не отходы. Это очень хорошая минеральная подкормка для тех же самых курочек и поросят. Они с удовольствием кушают с коробки. Творожок у нас свой, домашний, из жирного молока, не обезжиренный. Вот. Храню я его в холодильной камере. Он там замечательно сохраняет свои все свойства. Ну, правда, замороженный. Можно, конечно, замораживать творог, но я не очень люблю замороженный творог, поэтому... То есть после разморозки он все равно немножко другой. Поэтому все-таки готовлю из такого сильно охлажденного, скажем так, вот здесь 0 градусов в моей холодильной камере. Вроде бы и не замерзла, но при этом сохранила, видите, свою свежесть. Так, творога насыпала. Соответственно, яиц половину налила. Нам почти 50 на 50 нужно сделать. В каком соотношении яиц и творога у нас запеканка будет больше похожа на пудинг. Мы сейчас сюда еще добавим маночки. Сахар я уже добавила в яйца. Вот. И чуть-чуть сальцы можно еще добавить ванили. Тогда будет вообще круто. Консистенция, еще раз повторюсь, консистенцию взобьем блендером и добьемся консистенции густой сметаны. Манки я добавляю немножко без фанатизма, чтобы, как говорится, не забить творог. И хорошо, если у вас найдется в холодильнике сметана. У меня обычно сметану заменяют сливки. Сливочки только вчера сепарировали. Они уже загустели в холодильнике. И вот как все-таки удобно, что я их храню в пакетике. Вытащить удобно. И на масло взбивать тоже гораздо удобнее. Они уже почти не жидкие. Сливки от сметаны отличаются тем, деревенские имеется в виду, что они сладкие, они совсем не кислят, тем более свежие. Если их оставить на ночь в тепле, то они немножечко подкиснут и будут напоминать сметану, только очень жирную. Это вот то, что можно добавить в кофе или есть просто ложкой.
Залог успеха вот этого рецепта хорошо взбить, очень хорошо взбить и добавить много яиц. Противень мы ничем не застилаем, а просто смазываем очень тщательно маслом. Растительным я смазываю. И, конечно же, бортики. Потому что поднимается эта запеканка знатно. Духовку забыл сказать, что надо включать еще даже до того, как вы начали готовить. Прям совсем заранее. Она должна быть хорошо-хорошо прогрета. Я сразу включаю на 200 градусов, но потом сбавляю на 180. Видите, у меня какая в этот раз консистенция очень густой сметаны. Такая красотень, если честно. Как будто я не запеканку готовлю, а какой-то торт. И это просто какая-то такая вот такой коржик. Вот и все. Теперь это будет готовиться долго. Убавляем. Ой. Я на 150 даже вверх-вниз. И все, можно спокойно заниматься блинчиками. Зайчик спит. У нас уже традиция спать здесь на кухне, пока мама управляется. Блинчиками еще проще, чем запеканкой. Я думаю, у каждой хозяйки есть свой рецепт. Я всегда все готовлю на глаз, но типа по рецепту моей мамы. Потому что моя мама делает блинчики по особому рецепту. Кстати, она все вымеряет, а я нет. Семья большая, я много бью яиц, как всегда. Но у меня здесь, вот видите, еще осталась целая половина. Поэтому я просто вот в эти яйца добавлю сейчас муки на глаз, молока на глаз. И все это залью кипятком. Конечно же, сахар, соль, ну, без дрожжей. В общем, самое главное, это залить кипятком. Это уже готовую смесь. То есть, когда вы уже все добавили, в самом конце добавить кипятка крутого. Поэтому я сейчас термопод включила на 100 градусов, чтобы он нагрелся. И, в принципе, приступаем. Нам невозможно. Это не тоненькой струечкой можно, из чайника. Мне вот из термопота удобно, потому что у нас и нет другого чайника, собственно. И вот так его завариваем, завариваем, завариваем. Мешаем, мешаем и делаем жиденьким. Угу. Так. Ну, в общем, чем оно жиже, тем тоньше блин, тем больше в печь. Так, я еще добавляю в тесто тоже растительного масла. Не жалею, так сказать, в самый последний момент. И все. И начинаем печь с Богом. Так, посмотрим, будет ли у нас первый блин комом или будет ажурным красивым. Уже через час на двух сковородках я пожарила целую стопку блинов. Ну а моя запеканка еще пока готовится в духовке. Она прилично поднялась, но я не могу ее сейчас вытащить. Ей нужно остыть в духовке, а это еще хотя бы пару часов. Так что запеканочку мы будем кушать, наверное, скорее всего, в обед. А теперь оцените масштаб. Это действительно очень много блинов. Честно сказать, не считала сколько, но выглядит как будто целую тысячу напекла. Мне кажется, это мальчик, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, большие у нас еще пока спят. Тарелочку. Как приятно смотреть на своих деточек-зайчиков, которые так с удовольствием уплетают горячие блинчики.
Мы с моей помощницей обсуждаем наши рабочие будни, а Варвара в это время наслаждается в ванночке. Кстати, напишите в комментариях, когда ваши малыши уже начали купаться в большой общей ванне. Понятное дело, что надо ее очень хорошо и тщательно мыть для таких младенцев, но посмотрите, сколько удовольствия ей там купаться.